Здорово, ребят! Всем привет! И сегодня я попытаюсь проходить Angry Birds Classic, не используя способности птиц. То есть я не буду нажимать. То есть они когда сами, конечно, будут использоваться, например, бомба или тоже Баблса, но я не буду нажимать на них. Так, обучение я уже прошел, оно было вообще изичным, поэтому переходим к классическим уровням. Надеюсь, вы все поняли. Кстати, знаете, повезло, что у Реда нет способностей, так что заморачиваться вообще не придется. Вот, первый уровень, легко, 7 звезд во лбу, все, прошли. Так, на этом уровне, когда появилась синяя троица, мне что-то стало очень жестко, потому что, смотрите, я вот не могу вообще пройти, то есть никак, то есть вот. Единственное, ту свинью я как-то раз получилось у меня, а вон ту, ну я вообще не знаю, как это, уже жабаса сидит в камне, не? Синюю троицу дали, она стекло ломает. Ну никак не камень, вы чё? Да, капец. Ну нате, сволочь. Сидишь там, кайфуешь, наверное. Аквадискотека у него, а я тут мучаюсь. Бью его, давайте, давайте, работаем. Уже вторая попытка, третья, восьмая пошла. Так, да, давайте. Интересно, эта свинья в коробке, она как бы сейчас за свинью или так не ее бонусом убили ее? Вот это я вот не знаю. Или это свинья, но за которую мне еще дадут бонус, вот это вот понять надо. Так, у нас все получилось. Не, ну если я дали побольше птиц, то есть та толкала бы здание, а та разбивала ту хрюшку, то в теории получится. И знаете, смотрите, как это было бы, ну, суперспособностью решил пройти. Что я давно не играл в классику. Так, ну тут лоханулся по привычке уже. Ну эту свинью легко. Треснули там, понятно. Теперь идем вот эту в коробке. Тупанул опять. Опять тупанул. Ну, в принципе, я даже так просрал. Ну, что такое? Ну, ой, подарочек дали. Это круто. Ну, в общем... Когда, вот прикол в то, этого уровня в том, что когда птицы становятся 3, то у них получается и вес больше, потому что это самая мелкая птица, ну вроде, и получается они легко камень ломают. А поодиночке, если так вот одна, то ну то вообще капец. И знаете, в чем главный самый прикол? То есть для этого у меня был Ред без способностей, то есть дали мне только сейчас первый раз синюю троицу, и в первом разе обосрался, ну не считая обучения, хотя обучение, по-моему, нельзя пропустить, но его раньше не было, поэтому будем считать, что я обосрался, поэтому вот использую бомбов, мне их никто не запрещает. Как бы... Ну, кто запретил-то? Я же не использую способность, то есть... Они просто сами взрываются, видите? Ну вот, два бомба потратил, и получил за это вот супер рогатку. Я считаю, равноценный обмен, даже выгодный, я бы сказал. Вообще круто, повезло, повезло. Так, ну и чего ждем? Ура, мы победили! Мы умные, видите, задействовали весь наш IQ. Стоп. А, не стоп, точно. Все, наконец-то, обычный уровень с редами. Потом этими голубыми. Давайте. Ред, ты чё им как кирпич стал? Вот, помогаешь им, наоборот. Давайте, падайте. Да. А чё за цыганские фокусы? Блин, заново, ладно. Давайте, нормально надо, чтобы они все сдохли. О, упал Ред, он только помог им, только. Мне кажется, вот предатель нашелся. Переоделся, блин. Так, давайте. О, нормально, слушай, мы их треснули. Ну тут 100% 6 звезд. А, понятно, ну пофиг. Так, ну тут будет изич, мне кажется. Да, изич будет. Так, еще раз. Ну, сойдет для начала, так. О, стоп, а как этот лысый выжил? Ты что, бронированный? Ладно, пофиг, сейчас Ред, он жирный, кушает хорошо. Ну, давай. Не повезло, блин. Ну, как так-то, ё-моё. Давай. Ну, ёкарный бабай, конечно, ну, пофиг.
Блин, он хрюн хитрый хуй сидит. Но второй раз-то не надо же обосраться так жестко-то. Я же не лох в Angry Birds, я ж крутой. О, того главного сволочь убили уже раньше времени. Но... Наконец-то мы его убили, конечно. Так, нам дают мальчики, конечно, за то, что мы крутые. Ну, 3-2-3. Ладно, ее тоже сойдет. Ой, ну здесь тоже изич. Хотя про прошлый уровень я то же самое говорил. И нормально, долго проходили. Так. О, давай. Блин, кирпич сраный. Может, Ред умрет, и тут все развалится. Давай. Бляха-муха, нет, не получилось. Ёкарный бабай, ну ничего страшного. Давай хоп. Я понял, надо лучше сверху, там тогда вот так вот этот обман, ловушка жопера. Так не получится, давай. Вот хит... А, ну сдохнул, пофиг. Короче, смотрите, мы столько прошли уровней, и в следующей серии мы продолжим. Ну я надеюсь, поэтому всем пока.